Друзья, рады всех вас видеть на нашем канале «Вкусно и дружно». Друзья, у нас сегодня был очень насыщенный день, мы сделали много важных дел и в том числе скупились. И делаем для вас распаковочку с ценами. Всем привет! Друзья, начнем с арбузика. Арбузик мы купили на 6 килограмм. Арбузик у нас стоит 40 рублей. Вот такой. Там 250 рублей. Вот такой арбузик. Вот такой полосатый красавец, друзья. Мы уже арбузики брали. Они сладкие, вкусные. Взяли рыбку. Давай, уходи отсюда. Распаковку мы тебе не покупали сегодня. А как же рыбка? Рыжий су-шеф очень любит рыбку, особенно да. Ментайчик. Ментайчик он любит. Вот такой ментайчик мы купили по 171 рубль на 250 рублей. Вот такой красивый, захотелось поджарить, поджарим. И, конечно же, нашему любимому другу и су-шефу Персику также достанется, друзья. Обязательно филеечка будет сделана, потому что с костями он не ест, он давится. Давай дальше. Ты думаешь уходить, нет? Нет, не думает. Мороженка купили. Нашли такой магазин от производителя. Называется стаканчик. Пломбир. По 25 рублей. Купили, друзья, два пломбира попробовать и два крем-брюле. Вот такие. Первый раз берем мороженое по 25 рублей. Очень дешево. Ну, это за счет того, что это от производителя. По акции сегодня был творожок Матвейка. Так он стоит 85, а по акции 59. Купили плавленый сырок со вкусом грибов. Он стоит 98 рублей. Тоже по акции. Без акции он стоит 112, по-моему. Белорусский сырок купили. Золотая пуща. Вкусный сырок. Мы его прямо в магазине попробовали. По 599 рублей. Вот этот кусочек на 262 рубля. А вот этот на 181 рубль. Но он вкусный. Я думаю, друзья, вы согласитесь с нами, если вы пробовали молочную продукцию производства Беларуси, она у них очень вкусная. Огромное спасибо Беларуси за такие качественные молочные продукты. Если у нас есть подписчики из Беларуси, друзья, вам отдельный привет и спасибо. Ваша молочная продукция выше всяких похвал. Купили колбаску молочную «Дугушка». Берем уже ее третий раз. Вкусная, понравилась она нам. И жарится она хорошо. И вкусная по вкусу. Купили кальмарки. Кальмар. Вот такие. Без кожи. Натуральный. У нашего оператора намечается скоро день рождения. И мы понемножку скупляемся. Будем делать какой-то салатик. Стоит кальмарчик 135 рублей. Купили фасольку. Прошу к столу. Фасоль натуральная, белая. Она у нас по 59 рублей. Это по акции. Без акции на 85 рублей. Но сегодня была акция. Одна баночка осталась. Мы ее и забрали. Вафельки Артек купили. Лаконт. Вкусные вафельки. Нам они нравятся. Тоже были по акции 49 рублей. Без акции 65. Вот купили такую слабосоленую форельку. Вот этот кусочек. На здесь 200 грамм на 399 рублей. Ну, 400 рублей. Ну, это, как всегда, купили рогалик мне. Он стоит 19 рублей, алтайский рожочек. Как всегда, купили хлебушек бородинский. Он 32 рубля стоит. Купили овсяное печенье по акции 350 грамм. Оно стоит 69 рублей. Захотела халвички, купили сегодня халвички. Она стоит килограмм 281 рубль. Это на 101 рубль.
Купили еще сметанку. Брест-Литовская, 15%. Мы не покупаем 20%. Это для нас сильно жирная. Это белорусская сметанка. Очень вкусная. Мы ее в последнее время все время берем. Белоруссии передаем большой привет за такой вкусный продукт. Взяли минеральной водички. Серебряная. Без акции она стоит 49 рублей. По акции она стоит 35. Три бутылочки купили. Купили квас. Здесь 2,5 литра. Квас живого брожения. Желтая бочка. Он очень вкусный, нам нравится. Здесь 2,5 литра стоит 185 рублей. Вот такая, друзья, сегодня распаковочка у нас получилась. Вот такая распаковочка, друзья, была сегодня для вас. С вами была мама, рыжий друг и су-шеф Персик, ваш оператор. Спасибо, что вы посмотрели наш ролик, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк нашим видео и оставляйте комментарии. Готовьте вкусно и дружно, друзья. И, конечно же, делайте ваши покупки с удовольствием. Всем отличного настроения, мира, добра, здоровья. И до новых встреч. Всем пока-пока. Пока.